Автодорога Кызылорда-Кумкөл станет четырехполосной. Планируется также расширить ряд улиц областного центра. Аким города Асылбек Шаменов посетил эти участки. До четырех полос будет расширена улица Кожа Ахмета Яссауи. По обеим сторонам будут проложены пешеходные и велосипедные дорожки, установлены фонари. Нужно уже начинать. Сейчас тепло. Можно проводить земляные работы. Только на эти работы потребуется 2-3 месяца. Также в ближайшее время начнутся работы по расширению автодороги Кызылорда-Кумкөл. 11 километров от подвесного моста до Жезказганской трассы. Будет модернизирована и улица Жапаспай-Батыр. Здесь установят фонари, новые автобусные остановки и современные светофоры. Из-за увеличения количества машин одну из крупных улиц линейной части переводим на четырехполосную. Стоимость проекта 3,2 миллиарда тенге. До 20 января мы сдадим проект на госэкспертизу и проведем защиту. По проекту с обеих сторон улицы будет освещение, парковки и пешеходная дорожка. Кроме того, от проспекта Назарбаева до проспекта Независимости будет проложена новая дорога, что должно уменьшить пробки в центре города. Здесь всегда большие заторы, поэтому мы разработали этот проект. Считаем, что это хороший проект, который соединит крупные и важные дороги. На начало работ рассмотрено 200 миллионов тенге. Своевременное проведение работ, неусыпный контроль за соблюдением технологии и качеством. Такие задачи местные власти ставят перед подрядчиками. Лемар Иргабаева, Гуляя Чекова, Шыңғыс Жумаханов, Дархан Тухсит, телеканал Кызылорда.